Добрый день, меня зовут Балаус Юлиана. А меня зовут Мут Ксения, и вместе мы команда Баламуты. Ксюша, хорошо, что твоя фамилия не Ксюша Бол, а то нам пришлось бы не в КВН играть, а в депутаты идти. Кстати, наша команда уже 15 лет живет в Темиртау. Юль, давай по чесноку. Не живет, а выживает. И да, кстати, я сюда по QR-коду зашла. Так все же заходят. А я зашла по QR-коду от чипса. Дяденька, отстаньте от меня, я несовершеннолетняя. Ты с кем там? Да так, по вакцинации пристали. Кстати, ты же Юлиана Балаус, а ты Ксения Мут. Типа ваша команда Баламуты. Если бы ее фамилия была Бол... Мы это уже сказали. Блин, опоздала. Это Карина. И перед каждой контрольной работой она ругается с учителями. Ну, конечно. Какие Сочи без ссор. Карина, ты зачем наше освобождение порвала? Как освобождение? Я думала, это Сочи по геометрии. В нашей школе учился Том Холланд, Ариана Гранде, ну и я. Чё ты врёшь? Том Холланд в ПТКЛ учился. А я-то думаю, почему Человек-паук всегда в красном? И, кстати, девочки, мы сегодня по-любому победим, потому что выпускники 21-й школы – дзюдоисты Ислам Базбаев, Алексей Борисович Ломакин. И если мы сегодня проиграем, то огни магнитки придут в конкретном доме и у конкретных людей. А это кто? Это бывшие парни-тренеры по стрельбе. Все, хватит, хватит. Давайте лучше в миниатюре потанцуем. Та самая мышь из сказки Репка. Туф, да я бы и сама справилась. Судья по боксу, которого явно подкупили. Раз, два, три. Три на ниточке. Три на ниточке с иголочкой. Занятие физкультуры в детском саду. Так, план занятий таков. Прыжки в длину, если получится. 100 метров. Естественно, ползем, потому что кто-то не научился ходить. Неудачники. Внимание, на 100 метров мы не писаемся. Прыжки через козла, то есть через моего бывшего. Тут писаться можно. Это канат, его не грызем. Он хороший мальчик. Это не секрет, что старым. Я склоню к ногам весь мир, теперь тут мало. Задаю вопрос, зачем вообще? Ну и завершить наше сегодняшнее выступление мы хотим словами одного мудрого корейца. Это смертельная игра. Выживет сильнейший. 456-й об игре кальмара? Нет, Алексей Цой о вакцинации. С вами была команда КВН Баламуты. Спасибо за внимание!